Зимой готовятся они к лету и будущих первоклашек к школе. Набор продлится по 30 июня включительно. Если молодые родители переезжали или не знают, к какой школе прикреплен их адрес, то надо найти в интернете сайт, ближайший к месту проживания школы, зайти в раздел «Прием в первый класс» или «Набор в первый класс», удостовериться, что это точно ваша школа, и сходить туда. Оставить заявление на прием ребенка в первый класс. Родитель должен при себе иметь паспорт, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, копию и оригинал обязательно. Далее, должен быть документ, в котором прописано, что ребенок действительно проживает по адресу, который прикреплен к школе. Добавим, если на 1 сентября 2019 года ребенок не достиг 6,5 лет или ему уже стукнуло 8, то родителям надо взять с собой документ из психолого-медико-педагогической комиссии, свидетельствующий о том, что дошколенок к обучению готов и морально, и физически. Если родители намерены отдать ребенка в другую школу не по адресу проживания, то им все равно надо идти писать заявление в ближайшую, повторимся, до 30 июня. Потому что если вы хотите сменить школу, то это можно будет сделать с 1 июля по 5 сентября включительно. Но главное замечание при этом, что школа примет вашего ребенка только при наличии свободных мест. Поэтому родителям будущих первоклассников не надо откладывать это важное и ответственное дело в долгий ящик. Приходите в школу, общайтесь с педагогами, знакомьтесь с будущей первоучительницей вашего ребенка. Добавим цифр. На текущий учебный год в школы Соликамского городского округа было набрано более 60 первых классов, а это почти 1500 ребятишек. Ожидаемое число новых первоклашек примерно 1400-1450. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».